Я Діна Бернецька, це новини Лайв. Це ваш правильний вибір. Якщо ви разом із нами хочете розбиратися, що відбувається наразі у політичних процесах як України, так і загалом в плані геополітики, та і власне що може нас чекати у майбутньому. Допоможе мені розставити акценти. Гаррі Табах, офіцер військово-морських сил США у відставці. Гаррі, рада вас привітати. Очень рад вас видеть, Дін. Для вашего удобства будем общаться с вами на русском языке. Дякую, дуже дякую. Как ваша поездка в Украину? Сложная в этот раз была, сложная, но, как всегда, надеюсь, продуктивная, кое-что смогли сделать. А в чем сложность? Ну, сложность тоже, ситуация сложная. Люди устали от войны, и финансы, и американская политика, и европейская политика. Как бы надо... А война идет... концентрация сбивается там, с Россией, с терактом в Россию, с Израилем. То есть уводится фокус с Украины. И людям нужны новые сенсации, людям нужно зрелище и хлеб. Поэтому Украина уже надоела, ничего тут нового не происходит. А происходит-то много. А ваши коллеги, они ищут... Где следующая сенсация? Все, с этим закончили, с этим начали. Ну, напоминают они мне моих морпехов с девушками, которых я там должен был перевоспитывать, что нельзя так кидаться с одного на другое, просто потому что это теперь новое и интересное. Что вы имеете в виду, мои коллеги? Журналисты. Ищут. Как журналисты. Это проявляется? Ну, вам нужна сенсация, вам надо первым что-то новое рассказать, такое бум, чтобы у вас были просмотры. Чтобы у вас были колокольчики, там, что вы еще ищете, там, репосты и так далее. Поэтому они ищут то, чтобы их смотрели более чаще. Поэтому надо делать интереснее программы. А интереснее – это что-то новое, тракт в России. Вот почему там были все в голубых джинсах и с буденовкой на голове или еще что-то такое. Почему это были таджики, а не туркмены? И вот это разносится. Гаррі, ну мы держим в каком-то плане свою информационную атаку, да, против Российской Федерации, свой информационный фронт. Да, но это отвлекает от Украины. Это все отвлекает от Украины. Теперь интерес в России. Теперь вот, значит, соболезнования России. Все-таки там уже, по-моему, 300 человек погибло. В Украине каждый день гибнет. Не меньше. И дети гибнут, и все. Но уже соболезнований в Украине нет. То есть мировой фокус сместился. Гаррі, а та информация о том, что МИД России обвиняет уже прямо то, что произошло в Крокусе, в России, Украину, и говорит, что нужно арестовать нашего главу СБУ, господина Малюка. Как это может развернуться, обернуться против Украины? Потому что и США с Россией объединяются против общего врага, тут имеется в виду террористических групп, и Европа уже присоединяется, Франция, да, ищет какие-то пути. Как это сыграет против Украины? Либо никак? Нет, это уже сыграло против Украины. Это понятно, что мы имеем дело с террористической организацией. А вы не хотите сразу к Трампу перейти? Или будет это? А у сначала... нас нет сегодня в повестке. Я не верю. Трампа нет, Трампа. Потому что сегодня 1 апреля, что ли, поэтому меня разыгрываете. Просто у меня сегодня День Ангела. Гарри. День Ангела, я вас поздравляю. Нет, серьезно, если вернемся, то вы ангельский человек, и поэтому я вам скажу, что это понятное дело, что террористы, когда совершают террористический акт, они не, там, не взорвали что-то, Аллах Акбар крикнул, взорвал и убежал. Или не убежал, потому что он взорвался. И все, и на этом террористический акт закончился. Нет, он продолжает, он имеет продолжение. Террористический акт произошел в Израиле. Это имеет продолжение сегодня. И уже про него как бы забыли, уже говорят, ну давайте там менять все, останавливать, а про заложников уже забыли. Вообще, откуда это началось, уже забыли, прошло несколько месяцев всего. То есть террористические акты, они продолжаются. И каждый начнет пытаться этот террористический акт использовать в свою пользу. То есть России соболезнования, она пострадала, бедняга, теперь не люди, которые там, а Россия. Путин вот говорит, что будем бороться с терроризмом, теперь хорошие вещи говорит. Ну и, конечно же, они должны это использовать в той сфере, что это против Украины, потому что у них враг номер один сегодня Украина. Я то есть говорю они за США, говорю за Европу. То же самое. Европа, США, они теперь волнуются о ценах на нефть. Как вы будете на это реагировать? Выборы как будут у нас проходить?
кому-то вы мешаете в этих выборах. Правильно я понимаю, что военщины. США и в Европе понимают о том, что Украина к этому не имеет никакого отношения, но они уже подстраиваются под ситуацию, так как выгодно им в плане там, геополитики, в плане понимаете, экономики. Понимаете, я не знаю, это что такое Европа или что такое Соединенные Штаты Америки, кто-то в это верит. Я вас уверяю, что кто-то в это верит. Украина проигрывает. Украина проигрывает в этом. Вот, например, вы знаете, кто такой полковник Макгрегор? Дэвис, полковник Дэвис, у которого Deep Dive программа. Майор Скотт Риттер, который сейчас уже вещает из Москвы, немножко педофил, сидел 3 года у нас за это. Вы знаете, кто эти все бывшие военные в Соединенных Штатах Америки? У них огромные программы, миллионы просмотров. Они никакого отношения здесь не имеют. Это 2 были танкиста, 3-й был морской пехотинец. Они вещают, что Украина не права. Они вещают, что Путин прав. Что Путин прав. И это слушают миллионы людей в Соединенных Штатах Америки. А в ответ противовес им никого нету. Хотя я тоже бывший военный, в звании выше, чем мне, и я был FAO, то есть Foreign Aerial Officer. Я отвечал, я был как бы специалистом по этому региону здесь. Но меня там нет, вещают они. Откуда у них студии, откуда на них, они по 3-4 программы в день выпускают, вот такие вот профессиональные. Это оплачивает когда. Россия? Я не знаю, кто это оплачивает, Сорос, Россия, но кто-то это оплачивает, есть целое движение. И миллионы американцев в это верят. Они же мне пишут, говорят, а вот сказал полковник Макгрегор, а чем он хуже тебя? Он книжку написал, у него Такер Карлсон. Почему мы должны Карлсон, верить вам, а не ему? У него Такер Карлсон брал. У тебя дешевые какие-то с айфоны, плохо слышно, плохо видно, неинтересные программы. То есть в этом смысле вы проигрываете. Поэтому да, какие-то люди верят, конечно, те, которые что-то понимают и что-то соображают в ситуации, они, конечно же, понимают, что Украина тут ни при чем. И они понимают, что у Украины другие приоритеты, Украина должна уничтожать инфраструктуру российскую, чтобы нефти не было для ее убийственной машины. Но наши власти американские говорят, мы все понимаем, но у нас выборы. Вы там умираете потихонечку, пока вашу всю индустрию... И не бейте инфраструктуру Российской Федерации. Помните, когда Обама наклонился к Медведеву и сказал... Ты передай Владимиру, пожалуйста, что после выборов я буду более гибкий. Микрофон был включен. И вот эта гибкость отняла у вас Крым, и началась война на Донбассе. Сейчас тоже нужна гибкость. Сейчас надо вам... Вы умираете потише сейчас здесь, пока выборы не пройдут у нас. Проявит ли гибкость спикер Палаты представителей Джонсон? Надеюсь, что нет. 9 апреля говорят, что вынесут на голосование законопроект, в котором и вопрос о военной поддержке Украины. Зеленский, президент Украины, пообщался с представителем палаты представителей, извините за тавтологию, сказал, что очень важно, чтобы защита свободы оставалась объединяющей идеей, и США должны сохранять лидерство в поддержке Украины против агрессии России. Давайте услышим президента и продолжим разговор. Дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що об'єднує. Об'єднує і всередині країн, і світову більшість. І саме зараз нашою рішучістю, нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Гарри, вы сказали, надеюсь, не буде гибким. Почему? Потому что я надеюсь, что они смогут продвинуть свою программу, а не вот эти вот 61 миллиардов долларов, о которых еще идет здесь разговор, где у Украины практически ничего нет. И что отдадут ваши 4 миллиарда 200 вам сразу же, которые сейчас находятся у президента Соединенных Штатов Америки. И он почему-то их задерживает, хотя кричит, что хочет вам помочь. Билл должен быть другим. Я надеюсь, они его продвинут. В новом Билле должна быть настоящая помощь Украине, а не эти фантомные или миражные 61 миллиард. Там должно быть оружие, там должно быть ПВО,
Там должны быть авиация и дальнобойное оружие. Я думаю, что где-то здесь сдвинулось. И надеюсь, что они смогут это продвинуть. Потому что президент, бывший президент Трамп сказал, если он будет, то он не будет помогать. И вот они начали шевелиться. У них 3 минуты выступления, и все начали шевелиться. Вдруг Франция вам готова все преподоставить, Германия уже начала шевелиться. Они понимают, что на следующий год может все измениться. Придет Трамп, и им нужно будет делать что-то. И это уже не вот эта игрушечная война для них, а настоящая. Поэтому я надеюсь, что вот в этом новом билле будет настоящая помощь. Не через президента было, как ленд-лиз, а через наш Конгресс, через волю народа. То есть тогда Украина получит. Но надо не забывать. Надо не забывать то, что вы не одни в этом мире. Вы не в вакууме живете. Для других людей важны и другие вещи. Для американцев наша граница. Потому что уже главы ФБР, главы других разведывательных организаций, которые поставлены Байденом, то есть поставленные его люди стоят, они говорят, что из-за границы теперь это просто вопрос времени, когда у нас будет огромный террористический акт. То есть они знают, что проникли террористы на нашу территорию, и они их поймать не могут. Это люди, которые поставлены президентом Байденом, а не президентом Трампом. Это демократы. То есть они понимают, что это будет, они нас готовят. Может быть, то, что произошло в России, это вообще было учение такие, такого рода. Кто знает? Я не знаю. Поэтому вы не одни в этом. Надо понимать, что американцы заинтересованы в том, чтобы наши границы были, и мы жили тоже в безопасности. Потому что если что-то случится с нашей страной, то вам легче от этого не будет и всем остальным. Израильтяне волнуются о том, что в этом били 10 миллиардов Хамасу. Газе, это пойдет Хамасу, это будет против них. Президент Байден только что разморозил 10 миллиардов Ирану. То есть Иран сейчас делает баллистические ракеты, которые полетят на ваши головы, на израильские головы. То есть вы не живете только в этом билле, не только Украина. Там еще другие вещи, которые украинцы должны понимать, что если вы требуете, вам все по барабану, только нас спасите и все. Я понимаю, что когда человек тонет, он хочет только его спасти. Но тонут и дети, и женщины вокруг него тоже. Нам, те, которые спасают, нам надо решать приоритеты, куда это двигать. Поэтому это все не так просто. Я надеюсь, что конгрессмен, спикер Джонсон будет настаивать на своем. Но он говорит, что да, мы решим этот вопрос в апреле. Он будет решен. Против него тоже двигаются силы, которые хотят его убрать. Потому что он слишком за Украину, как и Маккарти был, и его убрали. Все демократы, все 300 там человек проголосовали за то, чтобы его убрали. Хотя говорят, что его республиканцы сняли. У нас есть сумасшедшие там и здесь. И это, поэтому я каждое утро просыпаюсь, Дина, и благодарю Бога, что я родился не политиком, а солдатом и не журналистом. Это воспринимаете как обиду? Нет. Это просто я благодарю Богу. Вам нравится то, чем вы занимаетесь, и я считаю, что вы делаете очень хорошую работу. Спасибо. Гарри, вы сказали о том, что сейчас фокус не только на Украине. Мы понимаем, что в мире есть много горячих точек, и что, возможно, эти горячие точки будут разрастаться, и под угрозой теперь Европа. Да? Потому что если нога российского солдата ступит на территорию Европы, то гендиректор военного завода «Rheinmetall» в Германии сказал, что США не помогут, даже если они в одном альянсе. Как вам видятся вот такие заявления? Это действительно является правдой? И вот эта пятая статья НАТО, это всего лишь статья, которая ничего... Это всего лишь статья, потому что это волонтерская. Есть. Дело все в том, что многие люди не понимают. Это имеется в виду, что если кто-то напал на Германию, допустим, Россия напала на Германию, то Россия агрессор, а Германия защищается, Германия жертва. И Франция, так как она тоже там, или Италия, как они в НАТО, вдруг они тоже вступают в эту войну против России. То есть Россия на них не напала. Получается, что они теперь напали на Россию, там Италия напала на Россию. Но это не считается, не будет считаться, что Италия агрессор. Будет считаться, что Италия защищает в альянсе против агрессора.
Но это тоже, это пятый параграф говорит о том, что вы можете это делать. У вас есть свобода это исполнить, вас не будут считать врагом и агрессором, против вас там санкции не будут введены. Потому что мы в одном альянсе, и на кого бы ни напали. Ну, например, на нас напали 11 сентября. На нас было нападение. Не все страны с нами пошли в Афганистан, которые были НАТО, а многие страны, которые были не НАТО, пошли с нами. Грузия, Украина. Они пошли с нами в Ирак и в Афганистан. Так что это, опять же, эти альянсы, они не железно-бетонные. Но он это говорит, потому что он понимает, что все может поменяться, и им надо выстраивать свою индустрию. Так как он глава индустрии военной, ему выгодно это. Он говорит, что уже все поменялось, да, и что ему... США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе. А США, ну, они также понимают, что это Европа. Это то, что происходит в Украине, это в их интересах. А то, что совершается преступление против украинцев, это понятно. Военное преступление против украинцев, когда бомбят ваши энергетические центры, и вас хотят обесточить вашу армию. Но также тут бомбят и ваши дамбы, а это уже преступление против человечества. То есть, если ваши дамбы взорвутся, не дай бог, и затопят здесь все, будет экологическая огромная катастрофа. Не только человеческая катастрофа, но и экологическая. В первую очередь она будет иметь влияние на Европу, а не на Соединенные Штаты Америки. А поэтому, да, собирайтесь. Поэтому то, что Трамп говорит, мы за вас не будем. Вы должны сейчас тоже организовываться, делать, а не покупать у России нефть и газ и зарабатывать на этом. Но Washington Post, по-моему, вчера или позавчера, то есть демократическая газета, которую вы так все любите, с которой вы черпаете CNN, Washington Post, свою информацию напечатали уже, что, оказывается, мы, Соединенные Штаты, продаем взрывчатку, ну, компоненты для взрывчатки России. То есть вот вам санкции. Мы Китай обвиняем, что они продают, а Китай говорит, если вы продаете, почему Мексика, мы не можем продавать. Если вы закупаете газ, вот вам эти санкции из ада. То есть происходит, да, война войной, вы тут погибаете, но нам все равно надо же продать что-то им и купить, а их военные машины из-за этого вот таким образом функционируют. То есть пока не придет сильный лидер и не положит конец этому безобразию, этому убийству, оно будет продолжаться. Но, к сожалению, как они говорят, вы в этом, и к вашим президентам, говорят, вы проиграете, потому что вас меньше. Посмотрите на карту размер России и размер Украины. Это огромное количество у вас людей, количество у них мяса. А вы не можете это себе позволить. Лучше санкции – это санкции, когда мы уничтожаем военно-промышленный комплекс, да, в том числе Российская Федерация, это НПЗ. Да. Наверное, это дело работает лучше всего. Гарри, еще одно заявление. Мы не Трампа обсуждаем, да, а заявление конгрессменов и представителей США. Тим Олберг, возможно, вам говорит эта фамилия о чем-то, он республиканец. Он призвал решить конфликт в Украине и Газе ядерными ударами. Дальше его прямая цитата, что... Ядерным ударом по кому? Сейчас все скажу. Мы не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь. Это должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Покончить с этим быстро. То же самое должно произойти и в Украине. Быстро победить Путина. Вместо того, чтобы тратить 80% наших средств на Украину и гуманитарные цели, мы должны потратить 100% на изгнание российских войск, если это наша цель. Если я правильно понимаю, то ядерным ударом по Украине. Нет, он же российские войска хочет изгнать. Насколько я понимаю, по России он предлагает. Ну, давайте тогда рассмотрим два варианта. Это не важно, да. Это большой роли тут не играет. Я не знаю, кто это такой. По-моему, это один из республиканцев, который голосует все время против, потому что он хочет вот этот ядерный удар по России. Есть такой один сумасшедший у нас в Конгрессе. Но опять же, Дина, смотрите, обсуждать каждого сумасшедшего в Конгрессе, в Кнессете, в Раде, они везде есть. Нет ни у одной страны иммунитета на идиотов. Я не знаю, кто голосует за этих людей. Ни в демократической партии, ни в республиканской партии. Мы можем таким же образом
Может быть, даже многим людям и понравится. Давайте ударим по России ядерным боеголовкой. Понимаете, что это тогда... Но это ни к чему хорошему не приведет в мире. Тут нужно бороться вот так, как, я думаю, показывает сейчас пример ваш ГУР, там ваши разведывательные организации, которые вот взрывают и топят их флот, уничтожают их авиацию, обесточивают их и по нефтеперерабатывающим заводам бьют, чтобы оставить их без бензина. Это такая хитрая, вот такая асимметричная война, что называется. Вы действуете хитро. Ударить ядерным оружием, во-первых, это не так просто, во-вторых, это, думаю, не решит проблему для кого-то. Но это сумасшедший. Поэтому обсуждать это... Мы также образом можем обсудить демократку Окасио-Кортес, которая предлагает убить всех коров, потому что они пукают, это портит озоновую сферу, и это экология, и это климат, и все это меняется. И у нее миллионы ее поддерживают и хлопают, что да, из-за того, что коровы пукают, у нас огромная проблема в стране. Ну, я не знаю, можем это обсудить. Это примерно такие же сумасшедшие по обе стороны. Везде есть психи. То есть этого не произойдет, вы считаете? Я надеюсь, что нет. Я не думаю, что это потом куда ударить, почему ударить. Опять же, это же не просто там вот Чернобыль случился, это что, был эффект только вот в этой территории? Нет, это был эффект на огромные страны. А если Байден захочет удержаться на своей должности? Сейчас ситуация на линии фронта в Украине далеко не радужная. Уже там больше половины энергосистемы критической инфраструктуры Россия в Украине уничтожила. То есть понимаем, что ситуация далеко не совсем хорошая. Перед выборами, для того, чтобы набрать определенное количество, возможно, голосов, да, и показать, что ситуацию в Украине Байден контролирует. Он может пойти на этот шаг? Нет, потому что это будет... он потерял контроль над ядерным оружием, тогда ему точно кирдык. Угу. То есть он не решил проблему. Да, я решил проблему, вы болеете, у вас простуда, вы чихнули, я вас пристрелил, чтобы вы не мучились. Это я вас не вылечил, я вам не помог. Вот таким образом. Но я говорю, ну теперь-то простуды нет, теперь Дина не чихает, видите, все, я решил проблему. Голосуйте за меня, как же ты решил проблему? Она, ну, не про вас будет сказано. А что, кстати, будет Байден делать перед выборами, когда... Ну, мы понимаем, какова сейчас ситуация в Украине, и то, что предложить и рассказать своим избирателям, ну, наверное... Они не могут. Это то же самое, что было и в прошлый раз. Они не могут ничего предложить. Все плохо. В Украине плохо, в Израиле плохо, в Китае плохо, во всем мире плохо. Какие-то хуситы держат весь мир в заложниках, в сандалиях и тряпках. Они теперь говорят, что они гиперболистические ракеты будут запускать, делают. Помните, они, жрать там нечего, люди умирают. А они, это потерян контроль над миром в мире. Они ничего не могут предложить, кроме одного. Запугать вас Трампом. Вот Трамп придет, будет еще хуже. Ну подождите, вы в тот раз говорили, а было лучше. Он лучше сделал. Нет, а теперь он сделает хуже. И все опять это покупаются. И ваши коллеги с огромным удовольствием это все разносит. Любой фейк, выкинутый про Трампа каждый день, разносится факт. Так, это закончилось, следующий фейк. Следующий фейк. Я этим уже замучился 7 лет. 7 лет. Нет, этого он не говорил. Вот запугивание – это единственное, что они могут делать. Они ничего не могут показать. Ну, скажите, вы же тоже вы очень начитанный в политике, в мировой, во всем человек. Скажите, что они могут показать? Что хорошего произошло при администрации Трампа? Налоги понизились, криминал у нас понизился, в мире мир, у израильтян с арабами подписаны договоры мирные. Что они хорошего сделали? Наркотиков меньше стало. Ну, хоть одну вещь. Экология лучше стала. Ничего они не могут. Все, что, до чего его администрация дотронулась, оно умерло. Гарри, а если конфликт, война, точнее, в Украине, будет подписано определенное мирное соглашение в Израиле и между Израилем и Палестиной, также будет заключен мирный договор до выборов США? Что будет? Я не знаю, я не уверен, что это возможно сделать на сегодняшний день. Пока существует Хамас, пока существует Хизбулла, пока существует Иран, пока существует Россия в той форме,
с такими лидерами, и пока существуют в Европе и в Америке такие лидеры, как у нас, ничего не будет. Будет так, как оно и есть. Просто погибнут хорошие и добрые люди. Просто погибнут страны, которые пытаются быть демократическими, которые пытаются быть независимыми от этого Давоса. Это происходит. Так что я не думаю, что, что что-то изменится до ноября, что они смогут изменить. Послушайте, я, наверное, был самый радостный, был очень счастливый человек, сказал, наверное, я ошибся. Байден и его администрация не такие плохие, когда они подписали ленд-лиз. Потом Андрей Николаевич Ларионов на следующий же день, когда он выступал, я ему сказал, ну, Андрей Николаевич, они же ленд-лиз подписали, он должен сейчас давать ленд-лиз. Говорит, это обман, вас обманули. Его все обвинили в предательстве, в паникерстве, что у русских нет столько войск и так далее, и так далее. Это была целая кампания против него. Через 90 дней я понял, что он был прав. Потому что через 90 дней президент обязан дать план ленд-лиза. И я думал, что он делает это намного быстрее, потому что он уже подписал, уже все готово. Что стоит наших геркулесов загрузить и отправить в Украину? Ничего. Президент Никсон сделал это за один день в 1972 году во время войны в Израиле. Вы говорили ранее, что, о том, что мы не получили ленд-лиз, технику по договоренностям ленд-лиз, из-за того, что украинская власть недостаточно... Это не поэтому. Потому что, насколько я понимаю, президент Зеленский позвонил Байдену и сказал, что давайте, вы же подписали, нам нужно это. Нам нужно дать. И, видимо, Байден на него даже накричал, а он любит так кричать, повышать голос, и сказал, мол, что будешь требовать ленд-лиз, вообще ничего не получишь. И вот резко началось. И ваши послы стали говорить, что нет, ленд-лиз нам не нужен. Ваши вот все вот эти убаюкивающие и все ваши эксперты стали говорить, нет, ленд-лиз пойдет 1 октября, это закинул швец, КГБшник. Потом это не нужно, это стоит нам очень много денег будет стоить. Потом они там сказали, что это нам невыгодно. Потом еще что-то придумывали. Каждый раз, что это запасной ход только. Потом, когда все это закончилось, сказали, а где же ленд-лиз? А американцы вот тут стали. Значит, с одной стороны, Байден нам дает, а когда не дает, это американцы нам не дают. И вот это вот очень сильно здесь распространилось, что если что-то вы получили, как господин Гордон говорит, ну Байден же нам дал оружие. А когда они дают, он говорит, ну, американцы нас кинули. То есть Байден дал оружие, а американцы кинули. Те американцы, как диаспора, ЮЭ, как Юрий Подвальный, как Андрей Николаевич Илларионов, которые стояли у Белого дома и требовали ленд-лиз. Так вот сейчас Джонсон, которого опять против него началась атака, то ли Соровская атака, то ли вот Белого дома, так, которая здесь поддерживается сильно, что он не хочет вот эти 61 миллиард долларов, а он хочет как раз обойти президента и сделать билл, который не президенту дает прерогативу давать вам ленд-лиз, хочет, не хочет, дает, а Конгресс. То есть издать закон в Конгрессе, что Конгресс может создавать комитеты, может создавать совместные компании и делать так, чтобы вам передали в долг. Это как ипотеку. Ну и потом там процента нет, выплатить, когда вы станете богатыми и так далее. То есть это он пытается продвинуть. Но я думаю, что было тогда, и потом вот резко все сказали, все те, кто требует ленд-лиз, они враги Украины. Все те, кто требует ленд-лиз. Это было сказано. Гарри, что с помощью Израиля? Нетаньяху не хочет идти на указания Байдена. Сейчас там проходят массовые протесты с требованием отставки правительства Нетаньяху. Но в то же время Израиль утвердил план военной помощи, военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Что с помощью и как вам видится дальнейшее развитие ситуации? Это... На фоне протестов, на фоне несоглашения между Нетаньяху и Байденом. Да, это не соглашение между Нетаньяху и только Байденом, это еще идет от Обамы. Плохие отношения между Нетаньяху начались с Обамы. И Байден что делает? Он сейчас попал в такую, как это говорится, между камнем, между молотком и наковальдой. Потому что, с одной стороны, он должен поддержать в основном его электорат. Это вот так получилось. Это вот те, которые поддерживают мусульманский мир.
То есть Хамас, там все. И с другой стороны, у него очень большая еврейская поддержка и христианская, которые поддерживают Израиль. Вот, например, евангелисты – это самая большая поддержка Израиля, но они в основном все республиканцы. И он не хочет давать им, хочет удержать еврейское общество и хочет удержать мусульманское общество, чтобы они голосовали за него. Мусульманская или исламистская часть Америки против него, вот они срывают все митинги, кричат, что он убийца, зачем он дает оружие Израилю. Он говорит, нет, я осуждаю Израиль плохой, бля-бля-бля-бля-бля. Мы против того, мы требуем мир, мы требуем, чтобы они остановились. В принципе, все, что нужно, чтобы они остановились, это отдать заложников. Отдайте заложников, и Израиль остановит свою операцию. Пока вы сдержите заложников, они будут продолжать вас уничтожать, террористов. Правильно делают. А с другой стороны, Байден говорит, да, это, конечно, но я вам сейчас послал до хрена снарядов, которых у нас нет, кстати, для Украины. Да, тысячи снарядов. И сейчас я вам пересылаю еще F-35. Целое там, по-моему, звено или сквадрон F-35. Миллиарды долларов. Ну, вообще, я против вас. И что бы вы так... Он пытается играть на две стороны. То есть вам, украинцам, ничего, потому что вы сидите тихо, а им он должен передать, потому что они шумят, потому что они кричат и раскачивают лодку, которую он не хочет, чтобы раскачивать. Если бы сейчас прошло, что украинцы тоже против него действуют, вот тогда бы он сказал, вот сейчас мне не нужно, что еще и украинцы меня ругают, что и украинское общество против меня. И, может быть, тогда что-то бы и дал Украине. А так как вы довольны, так как у вас на программе говорят, что надо переименовать улицу его именем, поставить ему памятник при жизни, так и так получает от вас все, что ему надо. Поэтому Израилю он все передает сейчас. Хотя, конечно же, он требует, чтобы там было, чтобы они прекратили войну, чтобы Нетаньяху сняли. Вот это, вы занимаетесь, насколько мне известно, обменным пленным в Израиле. Какова там ситуация? Я занимаюсь? Да, или это неправда? Нет, не я. Значит, ситуация не отвечает вообще действительности. Те люди, которые занимаются обменом пленными, это очень опасная и очень неблагородная работа. Почему? А потому что и те, и другие тебя считают предателем, и что ты работаешь на тех, а эти считают, что ты работаешь на тех. Да, я занимался когда-то вопросом военнопленных, без вести пропавших, и занимался освобождением заложников. Это очень опасно и неблагородно, и потом все равно тебя обвинят, что ты подыграл другой стороне. А иначе невозможно провести такое. Папа Римский предложил... Каждый из сторон должен чувствовать, что они получили больше, чем они отдали. В который раз звучит инициатива от Папы Римского, чтобы обменять всех на всех. Это я говорю о войне между Украиной и Россией. Можно да. Я только закончу? Я извиняюсь еще раз. Привет. А вот то, что сейчас передают Израилю, сейчас многие у вас начали уже говорить, что а вот Израилю дают, а нам не дают. Это не в этом пакете. Это совершенно другая программа. И это не грант. Это продажа оружия Израилю. Израиль покупает. То, что называется loan guarantees. То есть это гарантированное, если вам вот в новом пакете будет loan дать в долг, но там никаких гарантий нету, что вы его выплатите обратно, то в Израиле это гарантировано. То есть израильтяне выплатят это, они гарантируют, у них заложено за это. То есть это продажа оружия, это ничего от Украины не отнимает. Сейчас многие уже начали говорить, вот Израилю дают, а нам не дают. Да, дают Израилю, и вам тоже должны давать, но программы совершенно разные. Это программа, которая была подписана еще десятки лет назад. Да, давным-давно. Еще при первых войнах. Да, все верно. Гарри, по поводу обмена... Видите, насколько вы, как это сказать, информированы. Усведомлена. Значит, вооружена. Да, вооружена тем, что заявляет Папа Римский. Снова повторюсь, так как вы являетесь... Я хочу сказать нашим... Я не мил так Дине, потому что она красивая, там еще что-то, мне сейчас начнут писать, а потому что она осведомлена. Спасибо, и она знает, Гарри. О чем она говорит. Спасибо, да. Гарри, очень приятно. Рада с вами общаться. Подождите, еще программа не закончилась. Гарри, по поводу, так как вы являетесь человеком, который осведомлен в обмене пленными,
инициатива, которая звучит уже в который раз по поводу обмена всех на всех. Но российская сторона не хочет на это идти, потому что в России больше пленных, нежели в Украине. Эта ситуация может когда-нибудь развязаться вот подобными инициативами? Да. И у нас есть цитата. Давайте мы послушаем и продолжим разговор для подтверждения. Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що точаться у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною. Всіх на всіх. Как вам видится такая инициатива? Она может быть рассмотрена, может быть реализована? Да. 2 года прошло уже. Все может быть. Все может быть. Все может быть, да. 2 года прошло, и азовцев, в основном азовцы, кто был на Азовстали, не отпускают они. И я очень рад, что азовцы такие сплоченные, они продолжают бастовать и требовать освобождения их побратимых, и это правильно. Конечно, лучше всего это, когда твой враг капитуляция, и он должен отдать всех военнопленных. Есть разные схемы, есть разные, вот, например, что произошло во время Второй мировой войны. Это когда британцы захватили военнопленными казаков, которые воевали на стороне Гитлера, там, власовцев, там еще разных, которые были советские граждане, но воевали против Советского Союза. И теперь они их взяли в плен, также освободили там еще кого-то. А советские войска освободили британских, американских, французских военнопленных, которые были в плену у немцев. И вот Сталин сказал: давайте, вы отдаете мне всех советских граждан, которых вы освободили из концлагерей, а я вам отдаю всех ваших граждан, которых я освободил из немецких военнопленных. А казаки, власовцы, ну там все вот эти вот предатели, они не хотели, они понимали, что их убьют сразу же. Британцы пошли на это и отдали их, понимая, что они будут казнены, и они были казнены. То есть по-разному можно это все воспринимать и договариваться, но договоры такие есть. Да, россияне на сегодняшний момент, потому что у них верх, они понимают, что они вас загнали в угол, и у них еще есть чуть меньше года, если что-то изменится в Америке, а если ничего не изменится, то у них есть, если мы будем продолжать покупать у них газ, нефть, будут цены на нефть такие, продавать им взрывчатку и так далее, и запчасти для их дронов. Они понимают, что это только вопрос времени, и вам придется сдаться. И поэтому они придерживают это все для будущей торговли. Но сейчас, конечно же, ну, всегда надо давить, и давление должно быть международное, чтобы всех на всех поменять, конечно. Но, опять же, я еще раз повторяю, это война не против Украины только. Это война против всего человечества. А все человечество в этом не участвует. То есть, когда ты не участвуешь в этом, ты коллаборант с врагом. Ты не можешь находиться нейтральным в таком времени. И поэтому пока Запад не принимает настоящее участие, не закрывает небо над Украиной, и здесь погибают дети и женщины, и мерзнуть будут, и не будет электричества, не будет воды, или они дамбы взорвут, это преступление против всего человечества. И пока мы не начнем по-настоящему драться вместе с Украиной против этого беса, как это произошло во Второй мировой войне, в конце концов все включились туда, то пока что мы коллаборанты с Россией. Мы им даем это делать, мы им продаем взрывчатку, мы покупаем у них нефть, мы держим нефть на такой высокой цене, с которой они смогут воевать до бесконечности. Потому что человеческий фактор там не заканчивается. Гарри, как вы считаете, почему Украине не придут F-16? Если по правде ответить, они не хотят, это с самого политических разборов. А это с самого начала было, потому что такой договор. Почему они не хотели, чтобы Украина продолжала боевые действия, когда Пригожин шел на Москву? Почему не хотят, чтобы вы разрушали сейчас их нефтеперерабатывающие заводы, а ваши можно?
Почему не дают ПВО? Почему президент Байден вышел и сказал, Украине не нужны F-16? Почему в самом начале войны, когда поляки хотели вам дать МИГи, он сказал, нет, никаких МИГов, они не хотят. А чего они хотят, чтобы Украина была уничтожена, либо они хотят, чтобы война тут продолжалась? Продолжалась таким образом. А в самом начале войны это уже было понятно, что небольшой захват вашей страны, ничего страшного. Если большой, то это не надо. Так сказать. Его переспросили. Он сказал, нет, ничего страшного. Потому что Крым не защищать, не сопротивляться, сдать Крым. Это Байден позвонил. Это все одна организация. Будапештский меморандум, Клинтон, это все одна организация. Почему тут в упор это не видят уже сейчас, когда уже они говорят, не двигаться на Россию, не дать стабилизироваться России Путину, если там Пригожин, не бомбить их нефтеперерабатывающие заводы. Почему? Цены на нефть пойдут. Брехня. Уже все экономисты хорошо, сказали, Гарри, что цены на нефть, наоборот, наверное, Гарри, опустятся. Если к власти придет Трамп... А, вы обещали, что этого не будет. Я знал. Так в конце программы появится Трамп. Нет, это еще не окончание. Гарри, если приходит к власти Трамп, что изменится? Сейчас видим ситуацию, F-16 не дают, помощь не выделяют, ситуация на поле боя не совсем радужная. Россия уничтожает нашу критическую инфраструктуру. Я не знаю, я могу только сказать, что было при Трампе. Когда он говорил, я сделаю то-то-то, все над ним смеялись, говорили, и он потом это делал. За что? Многие его... Он говорит о том, что он закончит войну. Да, он закончит войну. По-разному там говорят. День, два, три. Ну, это не важно. День, два, три. Это... Тут главный ключевой вопрос. Как? Это же тоже это пример. Это не означает, что это один день. Это просто такая форма разговора. Да я его одной левой. Это что значит, что я вас одной левой? Ну, вас, наверное, да. Вот оператор вот этого здоровый. Вы одной левой. Но я могу сказать, я его одной левой. Что это значит? Что я одной левой могу кого-то победить? Нет, это просто такая форма разговора. Я дословно переводить с английского языка, но это глупо. Потому что у нас есть тоже культура разговора, и все дословно перевести невозможно. Потому что это чушь получается. И вот придрались к тому, что он сказал за 24 часа. Но он объяснил. И он в начале войны сказал, что он бы дал дроны боевые, как Predator. Он бы дал, при нем бы не было войны. Он 100 раз сказал. Он 100 раз сказал, я посажу Зеленского, который мне очень нравится, который меня не подвел во время этого звонка, что мне импичмент сделали, и он сказал правду. Я его очень, значит, я ему благодарен за это. Я посажу Путина, с которым... Тут тоже перевод такой, он говорит, I get along, это значит, ну, я с ним нормально. У меня с ним нормально. И я скажу этому, давай сделку. Он всегда говорит о сделках. А этому я скажу... Иди на сделку. Если ты не пойдешь на сделку с этим, иногда он говорил, я тогда ему дам оружие так, что тебе мало не покажется. А сейчас, в последнее время, он говорит, я ему дам много денег, а тебе денег не дам. То есть он имеет в виду, я думаю, что денег не дам, я опущу цены на нефть, потому что он об этом говорит, у тебя денег не будет. А этому я дам деньги, у него будут деньги и оружие. Он говорит, и на этом они закончат сразу, они поймут, что я то, что я говорю, я это сделаю. Поэтому договаривайтесь. Но это не знаю. Но здесь передают, что это значит, что Украина будет сдавать земли. Нигде, никогда он не говорил, что сдать земли. Нигде. Здесь перевели, что Орбан сказал, что ему Трамп сказал, то есть это hearsay, что он не даст ни копейки Украине. Ну, во-первых, я не знаю, что, с каких пор вы перешли на копейки. Это тоже такое. А во-вторых... И он сказал уже, что он этого не говорил. И Орбан сказал, что это не перевели с венгерского неправильно, потому что он говорил о Европе, что он не даст ни копейки в войну Украины с Россией. Украины с Россией он не даст ни копейки. То есть он не будет это финансировать для России, он уберет это. Я так это понимаю. Здесь перевели, что ни копейки для Украины. Что он не будет финансировать эту войну. То есть он не будет продавать взрывчатку России, он не будет покупать нефть, он ведет настоящий... Он не будет инвестировать в это, как инвестирует сегодняшнее правительство в это. Гарри, в околоаналитических кругах услышала... Я уже вижу, сейчас пишут, трампист. Это их мнение, пускай пишут, пускай выражают свое мнение. Призываю вас, друзья, писать то, что вы думаете о заявлениях Гарри Табаха. Гарри, услышала... Очень интересную мысль. Дина, сейчас, хочу вас попросить. А меня все время спрашивают,
Что есть там? А если он не будет президентом, что тогда будет? Вот если остается Байден, вы подумали когда-нибудь, у вас есть когда-нибудь мысль, а что если он не станет президентом? Большой шанс, что он не станет президентом. Останется Байден, побудет там, потопчется. Карина, я украинка, я не американка, побудет, я об этом не думаю. Да, но это на вас отразится больше всех, чем на ком-либо другом. На мне это потом отразится. Но жизненный вопрос для вас, потому что придет Байден, он потопчется на месте, придет Камала Харрис. Меня никто никогда не спрашивал, а что будет, если будет Камала Харрис президентом США? Что с нами будет? Вот это же тоже надо. Если вы так волнуетесь о Трампе, волнуйтесь и о другой стороне монеты. Что а что будет, если Байден останется президентом, продолжит? Лучший вариант – это останется так, как есть. То есть вам надо будет еще держаться 4 года, при том, что есть. Угу. Это, да. А если придет Камала Харрис, она социалист, она коммунистка. Что будет? Я думаю, что, надеюсь, этого не будет. А как, если вы об этом не думаете, сценарий? Потому что вы украинка, я об этом думаю, потому что я чуть-чуть украинец уже, что я не, мне страшно об этом думать даже. Будет хаос в мире. Окей, Гарри, вернусь к тезе, которую я услышала, о том, что правительство Байдена нацелено на экономику в плане производства в военно-промышленном комплексе. А у Трампа наоборот. Да. Да, это верно. Видите, вот... Это вот хороший, это молодец. Это я вам даю 4 с плюсом. Это так есть. Трамп воюет со многими вещами. Он воюет с фармацевтическими фирмами, он воюет с Facebook, Twitter, со всеми монополиями, он говорит, потому что я знаю, как они функционируют, я знаю, как они на вас действуют. И одна из монополий – это военная индустрия. И он тоже с ней воевал, что, мол, производится много оружия, оружие, в конце концов, приведет к войне, и он... Но на оружие же можно больше заработать. Да, и он как раз зарабатывал на оружие. Он в Индию продал больше всего оружия. В основном Индия снабжалась советским и российским оружием. И вот Трамп первый, который смог пробить этот рынок, и Индия стала закупать американское оружие на миллиарды долларов. И сейчас они тоже пытаются перетянуть Индию на себя. То есть от России на себя Индию. Потому что говорят, ну вот Россия с Китаем, теперь снюхалась. А Индия с Китаем имеет... Давайте мы вас будем вооружать. И это Трампа идея. Но вообще, я считаю, его психотип, он любит воевать деньгами, он любит воевать экономикой. Да, он может сбросить большую бомбу, да, он может послать флот, да, он может послать, чтобы стратегические наши бомбардировщики летали над Украиной, но его психотип... Он говорил Эрдогану, пошлешь на курдов кого-то в Сирии, тебе хорошо не покажется. И что произошло? Он обрушил экономику, и лира стала не 4 лиры за доллар, а 12 лир за доллар. В 3 раза он этого обрушил. И все, Эрдоган успокоился с ним. То же самое там с арабами и с Израилем. Он их купил финансово. Он говорит, мы будем торговать. Он первый, кому он полетел, когда он стал президентом, это в Саудовскую Аравию. И моментально опустил цены на нефть, сказал, мы так заработаем. И все, и арабы сидели тихо, Иран сидел тихо. Нефть была, ну, Путин тоже, но Путин это как побочный эффект, что нефть дешевая. Но в основном он таким образом пытался контролировать мир в мире, чтобы не воевали. И закончил войны во многих местах. В Сирии закончил войну. Во многих местах уже война началась, и в Украине, в принципе, было тихо и спокойно. И, может быть, если бы он остался, там еще что-то решилось бы экономически. Но да, его психотип таков, что надо сначала экономически попробовать кого-то задушить. А это очень сложно сделать, когда военная индустрия процветает, им невыгодно это. Военной индустрии нужно, чтобы была какая-то война где-то, чтобы опять начали закупать оружие. И желательно у нас, а не у России там или еще у кого-то. Может ли Россия нанести ядерный удар по Америке? Почему спрашиваю? Потому что CNN пишет, что Гавайи не попадает под действие пакта о безопасности. То есть, как я понимаю, не входит в НАТО.
Поясните, объясните. Я только вам давал четверку с плюсом. Ну, я же вас... Ну, зачем? Я же вам говорил, как сказал профессор Преображенский. Он сказал врачу, доктору, забыл, какая фамилия, сказал, я вам запрещаю четверка читать... с минусом, да. Я вам запрещаю читать советскую газету перед приемом пищи. CNN это говорит, ну это чушь какая-то. Гавайи, один из штатов США. Гавайи голосуют в выборах президента. Гавайи подчиняются нашим федеральным законам. Это еще, да, он один из последних штатов, который был принят в Соединенные Штаты Америки. Но это Соединенные Штаты Америки. Они часть НАТО, они часть Соединенных Штатов Америки. Они часть... поэтому почему CNN такую чушь сказала, я не знаю. Может ли Путин... Это опять это отвлекающие маневры, чтобы вы меня спросили этот вопрос, чтобы все журналисты начали спрашивать, а Гавайи отходят от Украины, а они от кого-то, они будут сепаратисты. Какая-то очередная чушь, которую мы будем обсуждать в новостях, а не обсуждать разрушение украинской инфраструктуры и энергетики, и армии, которая... Это необходимо, иначе армия остановится. Будем обсуждать Гавайи. И вот CNN это забросил, опять же, чтобы отвлечь от чего-то. Может ли Россия ударить ядерным оружием по Америке? Я не знаю. Этого никогда не было. Поэтому очень сложно строить мне что-то говорить, то, чего не было. Вот я говорю, что было при Трампе, что сейчас? Вот это легко. А с ядерным оружием, да, я имел отношение к этому. Это очень сложная схема, это очень сложная Гавайи система. Же находится военно-морская база, да, Перл-Харбор. Да, это достаточно-таки серьезная база. Серьезная база там, да, это для Китая, там в Японии находятся у нас военные базы. Может ли Россия воспользоваться этой информацией, либо не пойдет на это? Нет, они будут использовать все для этого. Конечно, они будут использовать. Они скажут, вот Америка нас боится. Угу. Понимаете, российский, вы просто не советский человек, а советский человек, российский человек, это осталось в России очень много, даже среди молодого поколения. Нас боятся. Вот когда нас боятся, им хорошо. Вместо того, что там нас любят, с нами хотят сотрудничать, нас уважают, у нас там есть... В чем сейчас проблема в Америке? Мы потеряли доверие после Афганистана, после Украины, от этого предательства мы потеряли доверие. А раньше у нас было доверие Америке. Если Америка сказала, так и будет. Если Америка придет, она все решит. А теперь, конечно же, это... Вот в Югославии часто, я помню это, в Югославии убитых детей и женщин складывали перед американским посольством. Говорили, где Америка, где Америка, когда Америка придет сюда, посмотрите, тут происходит убийство. На Америку надеются всегда. Сейчас вот это распалось. Поэтому нас, они говорят, вот нас боятся, если что, у нас есть ядерное оружие, у нас Искандеры есть, у нас есть танки, у нас есть армада, у нас есть непотопляемые корабли, фрегаты, у нас есть несбиваемые самолеты, украинцы... Все это сейчас смели с этого. Вот они теперь говорят, у нас есть ядерное оружие, которое мы можем ударить по Америке. Могут попробовать. У нас тоже есть ядерное оружие. И вот эта вот разница с этим президентом и предыдущим. Предыдущий сказал даже, не вздумай, он еще так показал, закрой рот, не вздумай даже упоминать слово на букву «Н», «нюклеар». Потому что у нас в Америке, говорят, нельзя говорить на букву «Н», потому что из-за расы унизительно для чернокожих. А он сыграл тоже, вот это перевести дословно невозможно, но здесь, я уверен, как-то переведут, чтобы Трамп выглядел идиотом здесь. Он сказал, что ядерный, даже не вздумай говорить об этом, даже не упоминай. Я подтащу, не нападай на Украину, я подтащу свои ядерные подводные лодки к твоим берегам. Все, сидел тихо. Поэтому, да, попробовать они от КГБш, я не думаю, что это возможно. Но от КГБшника можно ожидать все, и мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Но на сегодняшний день они производят ядерный удар по Украине, уничтожая украинские дамбы и энергетический сектор. Это, я считаю, приравнивается к ядерному удару. 100%. Гарри, спасибо вам, что вы с Украиной. Вам спасибо. Что... Знаю, что вы уже возвращаетесь, да, к себе, надо домой. Да. Поэтому будем с вами связываться и ждать вашего вида на океан. Я скоро приду. И ждем, конечно же, вас в Украине. Я вас приглашаю сделать интервью со мной в Майами, и
Надо, кто с нами тут говорил недавно, поговорить свяжемся. С ними. Пришлите Дину в Пернатскую, в Майами, взять интервью у меня. Спасибо большое, Гарри, за приглашение. Я вас приглашаю к нам, в нашу прекрасную студию. Да, приглашаю конечно. В Украину снова и снова. Приятно, спасибо. Когда нас поддерживают извне. Друзья, Гарі Табах, офіцер військово-морських сил США у відставці, капітан першого рангу. Я дуже дякую вам, що ви нас дивитеся. Канал Новини Лайв працює для того, аби ви були в епіцентрі усіх подій і намагаємося посеред шуму усіх новин робити акценти і трактувати усю інформацію, з якою ми стикаємося. Я Діна Бернацька, бережіть себе і до зустрічі.